Сказочный волшебник, Снегурочка и Дед Мороз поздравили с наступающим Новым годом детей с ограниченными возможностями здоровья, которые приехали в Чебоксары из разных уголков Чувашии. В театре оперы и балета ребята посмотрели спектакль «Хрустальный башмачок» по мотивам сказки «Золушка», получили массу эмоций и сладкие подарки. Про то, что значат для детей такие встречи, расскажет Наталья Егорова. В этом платье ты поедешь на бал в золотой карете, запряженной четверкой белых лошадей, с кучером в ливрее, расшитый серебром. Но этого же ничего нет! Ты опять забыл про чудеса! Атмосфера новогоднего волшебства, сказки и чудес – это то, чего эти ребята ждут весь год. Встречи со сказочными персонажами, их яркие наряды, песни и танцы ребятам запомнились больше всего. В этот праздник мы все становимся детьми, потому что только ребенок мечтает искренне, отметил глава региона Олег Николаев. Важно оказывать всестороннюю социальную помощь и поддержку семьям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Желаю, чтобы вы мечтали, дерзали, а мы, взрослые дяди и тети, которые работают на разных должностях, будем делать все, чтобы ваши мечтания обретали конкретные очертания. Красочная и увлекательная постановка запомнится гостям надолго. Для детей самое главное – это почувствовать себя героем сказки хоть на несколько минут, делятся родители. Довольно-таки известная сказка. Мы ее каждый год смотрим перед Новым годом обязательно, чтобы для поднятия настроения. Вот. И здесь еще раз посмотреть это, как сказать, как бы вживую, намного интереснее, конечно. В период зимних каникул в республике пройдут около 70 театрализованных представлений для детей из многодетных и малообеспеченных семей. Новогодние подарки получат почти 9 тысяч детей Чувашии. Наталья Егорова, Павел Иритков, Республика.